Уважаемые зрители, не первый год мы делаем для вас ролики с самыми актуальными и важными событиями из жизни знаменитых на всю страну людей. И можем сделать вывод, что этот год достаточно непростой, так как он стал последним для многих великих людей, которые сделали огромный вклад в развитие нашей страны. Эти потери оставляют огромный след в сердцах каждого из нас. Сегодня сообщили страшную новость. Трагически погиб педагог, режиссер, сценарист, актер кино и театра. Известнейший актер второго плана. Лауреат Государственной премии и народный артист. Он был один из тех актеров, которые играют роли второго плана, но при этом несут для всего фильма огромную смысловую нагрузку. Его эпизодические персонажи появлялись в культовых картинах советского кинематографа. В дальнейшем, благодаря уникальному тембру голоса Игоря Николаевича, пригласили актером дубляжа, и на этом поприще в его копилке более сотни кинолент. Его мастерство уникально. В его фильмографии, насчитывающей более 200 ролей, есть и интеллигенты, и аристократы, и партийные функционеры, и маргиналы. Так, на 82-м году жизни трагически скончался народный артист России Игорь Николаевич Ясулович.